Всем привет! Это третье видео из серии «Оружейные новости», и сегодня мы будем выбирать и, ну, собственно говоря, обозревать рынок мелкокалиберных патронов. Дело в том, что недавно на этом канале было видео, которое посвящено УМКе, универсальный малокалиберный карабин, и, ну, понятное дело, что этот малокалиберный карабин питается патронами 22 LR. И я как-то вот неожиданно для себя обнаружил о том, что запасы моих патронов, ну, они, мягко говоря, имеют границы. И мне вот срочно надо чем-нибудь докупиться. Ну и, соответственно, пошел в интернет выбирать то, чего есть сейчас. Давно не закупался, подиссякли запасики. А стрелять прикольно. И стрелять можно много, потому что патрон не очень дорогой. И начинаем мы сегодня магазин, интернет-магазин «Ствол», и здесь есть несколько очень интересных новинок. Ну, в частности, патрон Federal American Eagle, новинка, как уверяет нас магазин. Патрон быстрый, 384 метра в секунду заявлено, 38 грейн пуля. Небольшая цена, но тут немножко продавцы и производители юлят. Почему? Потому что обычно пачка это 50, здесь 40 штук в пачке. Но, ну, почему бы и нет? В принципе, федераловские патроны, они, ну, всегда очень стабильны по качеству, и у них нету такой больной проблемы, как осечка. Ну, или практически нет. То есть, в принципе, за скромные деньги очень даже неплохой патрон. Eagle Promo, да, называется. Промо патрон. Так, смотрим дальше. Тот же магазин «Ствол», та же компания Federal, американцы. Патрон Game Shock 22 LR, 40-грейновая пуля, 378 метров в секунду, в пачке. В картонной, заметьте, в пластиковой. Наконец-то Federal начал делать пластиковые коробки. Ну или не начал делать, а наконец-то они у нас на рынке. Очень удобно, такое по типу CCI. Очень качественно выглядит все это. 100 штук и цена, вот такая вот цена. Довольно-таки дорогой патрон, но опять-таки, я так понимаю, что компания Federal позиционирует его как, ну, скажем, ну, не высокоточный, но очень качественный патрон. И, наверное, как бы намекает, упаковывая их вот такие вот пластиковые коробки или блистеры. В отличие от предыдущего патрона, у нас пуля не имеет экспансивности. То есть цельная, но при этом покрыта медной, да, оболочкой. Предыдущий патрон у нас пуля имеет экспансивный конус. И, соответственно, экспансия, энергоотдача этой пули будет повыше. Немножко отличается скорость. 384, 378. Скорее всего, за счет разности в массе пули. 38 грейн против 40. Смотрим дальше. Не новинка, как мы видим. Патрон, я, кстати, его ни разу не видел вживую. Мне будет интересно его проверить. Та же компания Federal. Патрон Solid Auto Match. Вот так вот. 40 грейн пуля, 366 метров в секунду. И, что для меня удивительно, пуля без покрытия цветным металлом, совершенно свинцовая. Ну, наверное это хорошо, в том смысле, что добавит точности. Ну и вообще есть тенденция такая в мелкокалиберных патронов: не покрытые, не оболоченные, не напыленные пули, они более точные по сравнению с пулями с напылением цветным металлом. 365 метров в секунду и пачка на 325 штук. Картонная коробка. Такой интересный патрон, не очень быстрый, но на грани, да, сверхзвукового. Но, тем не менее, мне кажется,
вполне заслуживающий внимания. Идем дальше. И патроны от компании CCI. Ну, наверное, самый, не знаю, самый, наверное, лучший производитель мелкашечных патронов CCI. Капсули, кстати, делают прикольные. Как мы видим, патрон очень похож, пуля, вернее, очень похожа на CCI, на федералские патроны, но, да никаких но. Грейн, и у нас сабсоник 320 метров в секунду, то есть это, ну, то, что называется дозвуковой или тихий патрон. Несоответствие небольшое. Написана упаковка пластиковая коробка. На фотографии видим картонную коробку. А, ребята, со ствола, что-то вы там поднамудрили, поправьте ситуацию. Но в любом случае сабсоники, и тем более сабсоники от CCI, они заслуживают всяческого внимания. Повторюсь, наверное, это одни из самых лучших патронов на рынке. Ну, наверное, кроме РВС. РВС тоже очень и очень неплохие. Идем дальше. Следующая остановка у нас интернет-магазин Ibis. И здесь немножко все неоднозначно. Ну, во-первых, здесь есть уникальные торговые марки, которых нету больше нигде. Я имею в виду, например, СК. Но в этой же торговой марке СК только один патрон. Одна номинация. Итак, это СК Rifle Match. 40-грейновая пуля. С начальной скоростью 327 метров в секунду, он такой себе, около сабсоника, 50, наверное, да, 50 штук в пачке, и вот такая вот цена. То есть патрон не самый дешевый, и для меня, если честно, СК — это темная лошадка, я их никогда не пользовал, это интересный случай, посмотреть, что это такое, надо обязательно будет купить, поставил себе галочку. Дальше у нас идет патроны компании Remington. Я их крайним разом не покупал, не покупал уже очень давно. У меня самые негативные впечатления от этих патронов. И самая большая претензия в том, что они дают постоянно осечку. Но вот в пачке, сколько их бы там ни было, все время есть несколько штук осечечных. Сколько там больше, сколько там меньше, но всегда есть. Не нравится. Ну и плюс Remington, вот это вот, то, что называется зеленой серией, вот, например, High Velocity, они не всегда очень точные. Ну, они не собираются в кучке. Не знаю. Я не думаю, что это мне так не везет, но тем не менее. Итак, здесь у нас два предложения. High Velocity 40-грейновая пуля. 100 штук. Пластиковый блистер, коробка. 390 метров в секунду. И High Velocity Hollow Point 36-грейновая пуля, 390 метров в секунду, те же самые. В коробке 525 штук. Не знаю почему, но американцы почему-то любят коробки по 525 штук. Например, Federal тот же есть с таким количеством патронов в пачке. Вот это вот, никогда не буду брать. Никогда. Жуть-жучайшая осечка всегда может подвести. Цена, ну, не самая низкая. Поэтому, ну, зачем? Remington LA, желтая серия, так называемая. Никогда я их не покупал, не знаю. Стоит попробовать. Здесь у нас 40-грейновая пуля, 331 метр в секунду, в пачке 50 штук. Пуля без оболочки, без нанесения покрытия. Так, и то, что действительно стоит обратить очень пристальное внимание, это патроны компании RVS. Это, наверное, самые лучшие патроны, которые есть на рынке. Я имею в виду из массовых. Но есть, например, еще LaPua, но они неоправданно дорогие. Они, ну, как бы это правильно сказать, они очень специализированы. Ну, например, Polar Biathlon. Спортивный патрон. Так вот, среди массовых компаний RVS, патроны компании RVS наряду с компанией CCI, торговая марка, это очень патроны, которые действительно заслуживают внимания и обладают таким очень стабильным, хорошим качеством. Это у нас Field Light Subsonic,
40-грейновая пуля, 315 метров в секунду, без оболочки, очень классный патрон. Но, кстати, и High Velocity, высокоскоростные, у РВС тоже очень точные патроны. Ну, скажем так, High Velocity, то есть патрон быстрый, по априори не очень точный, он затолкает за пояс любого другого производителя, который делает точные сабсоники. Например, тот же самый Remington. Очень рекомендую к покупке. РВС — это действительно классный патрон. Ну, собственно говоря, на Ибисе здесь все и заканчивается. Всего лишь 5 патронов для такого крупного магазина. Не знаю, что-то там маркетологам из Ибиса надо поработать, мне кажется. Следующая остановка. Интернет-магазин iShop DP.UA. Территориально, так понимаю, Днепропетровский. Его еще называют магазин Шериф. Ну, еще как-то. Вот. Адрес можете посмотреть. Здесь очень такой интересный ассортимент. И здесь такая сборная солянка от всех крупных производителей. Ну, очень здоровский магазин. Неоднократно здесь покупал патроны. Мне все очень-очень нравится. Так, во-первых, на что не следует сразу обратить внимание, это патроны от компании Remington. И ну их, листаем дальше. Дальше. RVS Sportline Target. Вот такой вот патрончик. 330 метров в секунду. Очень не быстрый. Пачка 50 штук. Пуля. Сколько же здесь пуля? 40-грейновая. 217 гривен. Ну, для РВС это отличная цена. Вот, вот, наверное, на них тоже очень, очень стоит обратить внимание. Дальше. СК. СК Pistol Match, пистолетный патрон сугубо и с очень невысокой скоростью, начальный 286 метров в секунду, такой сабсоник. И тоже не быстрый, но патрон Биатлон, 338 метров в секунду и 40-грейновой пулей. Ну вот, мне кажется, вот эти два патрона от компании СК — это сугубо спортивные вещи, которые, ну, нужно использовать по назначению. Дальше, опять-таки, РВС Fieldline Subsonic, 315 метров в секунду. Чем он от предыдущего отличается? 330, вот немножко побыстрее, здесь 2,6 пуля, и здесь 2,6 пуля. А, Semi-Auto, да, патрон предназначен для полуавтоматических винтовок, и, наверное, таки я его, ну, 100% подкуплю. Безоболочечная, без напыления пуля. Какая пуля? Я имею в виду, весь hollow point или нету? Сильная деформация. Да, наверное, есть, да? Ну вот, даже производитель указывает о том, вернее, продавец, что патрон сконструирован с учетом особенностей использования полуавтоматического оружия. Ну, единственное, что меня напрягает, что он не быстрый, 315 метров в секунду, но, тем не менее, вот этих патрончиков подкуплю. Ну и, соответственно, цена, как для РВС, она такая вот, относительно своих конкурентов, не самая низкая. Но патрон зачетный, очень достойный. Дальше у нас опять-таки Remington, дну его. Дальше у нас Лапуа, Палал Биатлон. Ну, здесь мы видим, вот, пожалуйста, цена за пачку из 50 штук. Да, патрон классный, точный, но он реализуется в соответствующем оружии при соответствующих задачах. Поэтому не думаю, что этот патрон будет популярен для Плинкинга среди массового потребителя. Мидас еще дороже, да, то есть, наверное, еще лучше. И X-Act еще дороже. Ну, вот, не знаю. Ну, Лапуа, наверное, имеет смысл купить и иметь в запаснике, в патроннике, в своем запаснике патронов. Ну, для того, чтобы просто были. А так, для пострелух, конечно, патрон, ну, мягко говоря, дороговат. Дальше у нас опять Remington, дну его, и все. Ну, такой вот не шибко дорогой, не шибко богатый ассортимент патронов. Ну, тем не менее, кое-что есть. Ну, и есть чего выбрать, соответственно, и подобрать патрон под свою винтовку. Очень жаль, что нету Гека, очень хороший патрончик, как мне показалось, и нету Federal Champion Target. Пачка, опять-таки, 525 штук. Не знаю, почему американцы любят упаковывать. Тоже очень хороший патрон, у меня есть кое-какой запас его. Ну, вот так вот.
Вот такой вот X-Force, то, что мы имеем в калибре 22 LR на сегодняшний день.